Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и сегодня хочу познакомить вас с интересным способом приумножения денег в интернете. Для большинства моих подписчиков это будет немножко необычный способ, потому что большинство привыкли в хайпах участвовать в экономических играх и тому подобных историях. Сегодня же речь пойдет о такой платформе, как BizSwap. Возможно, вы слышали о Uniswap, PancakeSwap. Это аналогичная платформа, которая, считаю, улучшенная, более перспективная. Сейчас самое время заходить, поэтому записываю это видео, поделюсь информацией, что это такое, как здесь зарабатывать, как пополнять баланс, как покупать, что делать. Все постараюсь подробненько вам рассказать. Итак, начнем с того, что данная платформа запустилась 27 апреля 2021 года. И спустя месяц-полтора я о ней узнал, увидел, вижу, один знакомый зашел, второй блогер. Все больше и больше шумихи набирает, и начал разбираться, что к чему, последил определенное время. И сейчас посмотрел на ситуацию на рынке, что там курс просаживается, и понимаю, что это самое время заходить в эту платформу. Конечно же, здесь риски также имеются, но это необычная пирамида, необычный хайп, потому что, да, здесь есть администрация, да, у них имеется определенное управление. На этот смарт-контракт прошел аудит, как говорят, у очень какой-то популярной организации, я ней, честно, не знаю, Certiq называется. Авторитетные ребята, все проверили, нет каких-то дыр, бэкдоров и тому подобных историй. То есть все очень надежно. И здесь участвует очень много людей. Деньги заносят просто мешками, пачками, не знаю как. Большие очень обороты, проценты доходные. Со старта было 800% годовых. Сейчас, по-моему, 250-240, около того. Процентная ставка постоянно меняется в зависимости от количества участников. Чем больше денег вливают, тем меньше процент выдают. В чем вообще суть заработка, на чем мы зарабатываем, что этот сайт, для чего он нужен? В первую очередь это как бы биржа, и мы здесь можем обменивать одну монету, одну криптовалюту на другую. Вот есть раздел Exchange, здесь мы выбираем то, что мы хотим обменять, к примеру, USDT, и выбираем другую валюту, которую мы хотим купить. К примеру, BSV. Это внутренняя валюта данного проекта. BSwap называется монета BSV. Сейчас пока не очень большой выбор, но в принципе достаточно популярные моменты здесь присутствуют. Аналогов в сети сейчас достаточно много, но именно данная платформа выделяется своей популярностью и вниманием людей, потому что здесь комиссия существенно раз меньше, чем на других подобных платформах. Также добавили уникальную штуку, реферальную программу, заложена в систему монетами, то есть вам не платят от того, что, то есть мне не будут платить от того, что вы вложите с ваших денег. Здесь заложены именно деньги в реферальную программу. Очень прикольно сделано, уникальный дизайн, все по красоте. Имеются также слухи о том, что здесь администрация, либо же разработчики популярного казино, Bad Fury называется, вот этот сайт. То есть большая вероятность, что одно и то же руководство. Сейчас у них между ними имеется связь, вот Bad Fury, BizSwap. Но казино я вам ни в коем случае не рекомендую, мы сейчас говорим не об этом. Суть в том, что у руля непростые ребята, за которыми имеется хорошая репутация, и они создали хорошие условия для заработка денег. Мы сюда заводим средства с любой биржи, там Binance, любого кошелька, у которых у вас имеются средства, и, грубо говоря, их замораживаем на время. Можем спустя сутки вывести, там неделя, месяц, неважно сколько, то есть вы монетки сюда закинули, добавили, и они приумножаются. Есть определенный алгоритм, скрипт, по которому это все дело работает. То есть мы, грубо говоря, свои деньги бирже закинули, они здесь лежат, и мы получаем за это определенный процент. В BizSwap имеется собственная ликвидность. Многие подобные платформы используют PancakeSwap. Это самая популярная свапалка, которая есть. Вот имеются у нас платформы DapraDar, где отслеживается популярность. Вот PancakeSwap самая популярная, там 1,7 миллиона что-то показывается. BizSwap на 6-м месте в топе и активно-активно набирает обороты. Что касательно PancakeSwap, сейчас я считаю не такое актуальное, потому что вот курс мы видим, как взлетал. Сейчас, естественно, он опускается, потому что вся криптовалюта опускается.
А что касательно BSV токена BSwap, то сейчас он стоит там всего лишь 66 центов. Как аналог, то тот же PancakeSwap 11 долларов. То есть помимо процентов, которые нам обещает платформа, мы еще можем очень хорошо заработать на курсе. Вы спросите, в чем подвох, в чем риски, как мы здесь можем потерять средства. Риск только в том, что может курс просесть. То есть его могут продать какие-то киты, супер ребята, у которых очень много денег, и решат зафиксировать прибыль. Вот курс внизу сайта пишется 66 центов. Как только все это дело запустилось, курс стрельнул до 4 долларов, там 40-50 центов. Потом видим такой откат, пошло-пошло, киты зафиксировались на 60 центов. Потом снова рост доллар 70 и еще один рост 2,50. Пошла коррекция, минимум опускалась до 50 центов и вот сейчас 66. Конечно же, есть вероятность, что оно пойдет ниже, там все может соскамиться, курс могут опустить. Но с таким успехом можно сказать также, что биткоин скам и тому подобное. Биткоин может стоить там 3000 долларов, 100 долларов и так далее. Все зависит от спроса, от активности, а активность здесь очень-очень хорошая. Что касательно заработка, есть еще такой раздел, как Liquidity. Это можно создавать пулы ликвидности, выбирать две валюты. Вот создаем его, заводим равными суммами две монетки, замораживаем их, и за это система дает нам там определенные LP очки, за которые можем также фармить. Но эта тема нас сейчас не интересует. Более прибыльная — это Launch Pool. Вот этот вот раздел. Закидывая денежки на данную платформу, мы можем приумножать саму же монетку данного сайта, либо же там BUSD, тот же самый Cake, BNB, Ethereum. И чем больше будет здесь вариантов, тем больше будет, тем популярнее платформа будет становиться. Итак, давайте подведем небольшой итог вводным данным по данной платформе. Что мы имеем? Надежную и перспективную платформу, где мы можем заработать как и на курсе монетки, которая сейчас 66 центов, так и на процентной ставке. 261% годовых. То есть мы берем 265, разделяем 261 на 365 дней. 0,71, то есть меньше процента в сутки. Эта доходность изменяется, то есть вы можете выбирать различные направления и зарабатывать. То есть 10 дней, 7% прибыли. Что немаловажно, вы можете зафиксироваться в любой момент времени, то есть когда вам удобно, забрали ваши монетки, все, их обменяли в разделе Exchange на USDT и вывели на любую биржу, на любой ваш кошелек. Теперь мы переходим к инструкции, что нужно конкретно сделать, чтобы здесь зарабатывать. В первую очередь вы должны перейти на BSwap. Дальше вы должны быть зарегистрированы на бирже Binance. У меня есть подробный видеообзор, как пользоваться Binance, как регистрироваться, как здесь что делать. И также у вас должен быть кошелек MetaMask, на который у меня также имеется видеообзор, и я оставлю ссылки в описании. Чтобы не рассказывать, чтобы видео не было там часовое, двухчасовое, о всех кошельках, о биржах рассказывать, просто внизу будут видеоролики. Вы посмотрели, ничего сложного нет, простейшие регистрации, что там, пользоваться очень удобно. Итак, перешли на сайт BSwap, нажимаем Connect Wallet, выбираем MetaMask, дальше у вас будет подтверждение, там нажимаете ОК, вот разрешить этому сайту добавить сеть, нажимаете подключить сеть, то есть там ничего сложного, все согласно инструкции делаем. Справа вверху будет показываться номер вашего кошелька. Когда мы открываем MetaMask, вот номер. Заканчивается B4B5. Видим, аналогично. Таким образом, мы зашли в данный проект, в данную платформу. Дальше нужно завести средства. Чтобы надежно и выгодно сделать, я использую платформу BestChange. У вас могут быть уже средства на Binance, либо же на MetaMask. Я показываю здесь подробно. Слева выбираете то, что у вас уже имеется. Это может быть Perfect Money, там Kiwi, банковские карты. Вот выбирайте все, что у вас есть. Я выбрал Perfect Money, Tether ERC-20. Ввожу калькулятор. Обменивать буду 1000 долларов. Нажимаю рассчитать. Показывается обменник. На него захожу. Ввожу сумму. Теперь мне нужно получить адрес Tether. Заходим на Binance. Раздел кошелек, обзор кошелька. Здесь USDT. Нажимаем вот, выбираем сеть. Мы выбрали ERC-20. Копируем номер кошелька. Переходим, вставляем. Тип кошелька Binance.
и вводим почту. Ввели капчу, нажимаем «Обменять средства». Окей, погнали. Перейти к оплате. Сделать платеж. Подтверждаем его. У меня комиссия 0,5%. И вводим проверочный код, если он у вас имеется. Нажимаем «Отправить». Завершаем операцию. Теперь ожидаем обмен. Мне должно поступить $963. Итак, продолжаем. Обновляю страничку. Мне пришло оповещение, что денежки зачислены. Так, есть платеж. Вчера его делал очень поздно вечером, и только вот утром пришло зачисление. Неудачно выбрал обменник, потому что здесь обмены делают в рабочее время. Там с 9, по-моему, до 10. Но не суть. Значит, денежки поступили на Binance. Дальше что нам нужно сделать? Перейти в раздел «Торговля классическая». В разделе «Поиск» пишем «USDT». И выбираем BNB токен. Он нам нужен будет для совершения платежей на бирже Biswap. Здесь прописали небольшое количество там. Выбирайте где-то 0,5-0,10 с головой. Хватит для различных комиссий. После покупки переходим в кошелек и смотрим. Есть BNB. Нажимаем кнопочку «Вывод». На MetaMask заходим. Выбираем. Нажимаем вот на аккаунт. Скопировать номер. Вводим его. Количество и отправляем перевод. Таким же образом я сейчас буду выводить USDT. Тот же адрес, абсолютно. Система автоматически зачислит средства в USDT. Вверху скопировали, вставили. Выбираем сеть Binance Smart Chain. Да, я уверен. Выводим все средства. Комиссия 80 центов. Нажимаем вывод и делаем подтверждение операции. И буквально в течение нескольких минут средства поступят на кошелек MetaMask. Нажимаем «Завершить». Статус «Processing». Статус изменился на «Completed». Операция выполнена. Переходим на MetaMask и смотрим. Средства появились на счету. У вас может быть, что не сразу отобразятся денежки. Значит, нужно будет нажать «Добавить токен» и ввести адрес USDT. Я его оставлю в описании под данным видео. Вы просто вставляете вот этот набор чисел и нажимаете «Далее добавить». Тогда у вас появится отображение USDT. Итак, деньги мы завели, BNB есть для того, чтобы оплачивать комиссию. Мы переходим на Biswap. Буквально вчера, когда записывал видео, начинал записывать, курс был 0.68, 0.67, сейчас уже 0.71. Конечно же, хочется всегда выгоднее зайти, поэтому я сейчас сделаю на $200, так сказать, депозит и дальше подожду, может курс просядет и куплю более выгодно. Хотя может быть такое, что он и просто взлетит дальше и пойдет. Вот видим, курс был буквально вчера и вот немножечко подрос. Конечно, еще может до 80, там до доллара и так далее вырасти. Но я надеюсь, что будет возможность еще чуть дешевле подкупить. Дальше заходим в Exchange, обмениваем наши USDT на BSV, то есть токен данной платформы. USDT и BSV. Прописываем сумму, к примеру, $200, пускай начальная будет. Получу 278, получается. Approve USDT. Так, 7 центов комиссия. Вот для чего как раз нужен BNB. Нажимаем подтвердить. Один пендинг выполнения задачи вверху. Сейчас буквально несколько секунд, и операция подтверждается. Нажимаем Confirm Swap. И подтверждаем эту операцию. Transaction выполнена. Окей, закрываем. Так, transaction confirmed. Хорошо. Вот появились 280 BSV. Переходим в Launch Pools. Это, собственно, та вкладочка, где мы зарабатываем. И можем выбрать любое из доступных направлений. Вот ориентировочная такая доходность. Она, конечно же, будет постоянно меняться в зависимости от количества инвесторов, количества денег в данном пуле. Нажимаем Approve BSV. Таким образом, мы будем приумножать наши BSV. Нажимаем подтвердить. Confirmed transactions, окей, нажимаем максимальное количество, confirmed, подтверждаем, и с данного момента денежки начнут работать. Вот операция выполнена, 280 BSV, эквивалент $199.68, купил по курсу 0.71. Теперь мы просто наблюдаем, как увеличивается наше количество монеток. Вот здесь будет писаться, сколько у нас заработано. При нажатии на кнопочку Compound мы делаем реинвест. Есть такая тема, как Auto Compound, то есть Auto Reinvest. Процент плюс-минус тот же доходности. На вот это вот не смотрите.
На самом деле доходность плюс-минус одинаковая, только автокомпаут нам еще, по-моему, 3% нужно платить за то, что будет автоматический реинвест каждые 5 минут. Здесь мы, когда нам удобно, зашли раз в сутки, сделали реинвест и зарабатываем, приумножаем. Потом, когда мы захотели зафиксироваться, нажимаем минус, выбираем максимум, confirm, средства снимаются с фарминга, переходим в exchange, выбираем здесь BSV и ниже выбираем то, что мы хотим получить, к примеру USDT. Таким образом продаем все, что у нас есть, выводим и зарабатываем. Наверняка у вас возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь в Телеграме, ссылка будет в описании, на мой канал и на мою страничку, где вы можете задать вопросы, и я вам по возможности отвечаю. Вот такой вот был обзор, считаю, интересная перспективная платформа, где не очень большие риски по сравнению с хайпами, потому что да, тут курс может просесть, может вырасти, это основной риск. А доходность очень даже привлекательная для подобных платформ. В том же очень популярном Pancake, там доходность, по-моему, 70% годовых, за счет того, что очень большой денег уже привлечен. Сейчас 258. Буквально месяц назад здесь было 800%. Так что думайте, действуйте, все ссылочки будут в описании. На сегодня все, до скорых встреч, пока.